Привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, почему же нужно смотреть сообщество канала Apple Expert. Что же вы спросите такого в сообществе данного канала? Я вам отвечу, это новая iOS 13, как установить данный профиль, эффект 3D Touch, темная тема, новый интерфейс в App Store, возможность скачивать или обновлять игры свыше 200 мегабайт и многое другое по отношению iOS 13. Также есть такое, как решение бага в App Store. Многие сталкивались с тем, что почему не скачивается или не обновляется приложение. Выскакивает окно об оплате или вводе пароля Apple ID. Почему не создается новый Apple ID на вашем iPhone? Как восстановить удаленные фото и видео на ваших устройствах? Как сменить страну и регион в App Store для того, чтобы можно было скачать необходимые вам приложения, которые доступны для других стран? И это все вы найдете на моем канале, канал Apple Expert, ссылка будет в описании. На все эти данные, продукты, видео, которые я отснял и подсказал для вас. То есть это те проблемы, которые сталкиваются большинство людей, наверное, 90-95%. И они в 100% случаях помогают всем решить данные проблемы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также подписывайтесь на мои соцсети, чтобы не пропускать мои новые видео. И прожимайте колокольчик, также, чтобы не упустить новых новостей. Смотрите за сообществом. Всем пока!